Всем доброго времени суток. В ремонте компьютер со сломанным гнездом на блоке питания, который вследствие коротнул на корпус. И для начала разберем компьютер и вытащим блок питания, чтобы посмотреть, что с ним случилось. После того, как достал, заметил, что одного шурупа не хватает и остальные потерты в шапке. Значит, разбирали до меня. Замыкание было серьезным, что металл корпуса почернел и был расплавлен. Так как плата бывает заизолирована от корпуса, в принципе, она должна быть целой. Если, конечно, короткое замыкание не ушло в нее. Во всяком случае, визуально осмотрю ее. Достал новое гнездо, им и заменил поломанный. Кстати, при осмотре никаких повреждений обнаружено не было, и поэтому припаяю провода и проверяю в работе. Будьте осторожны и соберите блок питания, прежде чем подключать его в сеть. Включаем. И компьютер завелся, а это значит, поломка устранена банальной заменой гнезда. Из этого ремонта следует заключение: насколько бы страшно ни выглядела поломка, решение есть всегда, а у меня оно было самым простым. На этом мой видеоблог подошел к концу. Подписывайтесь и ставьте лайки, чтобы не пропустить новый выпуск. Всем удачи и хорошего настроения!